то вот это изменение никак не сможет повлиять на работу двигателя. Почему? Потому как все просто. Нельзя заставить двигатель работать в этом диапазоне. Он настолько быстро поменяет свое значение, вот я сейчас поднимаю карту, чтобы сюда попасть, надо очень постараться. То есть заставить двигатель при нажатии на дроссель не разгоняться, а просто перейти по нагрузке. Он в любом случае проскочит. И его движение режимной точки будет примерно вот так вот происходить. То есть вы добавляете дроссель, и с оборотами у вас вот эта режимная точка вернется сюда, и потом вот, вот таким макаром ступенчато она будет стремиться и поднимать обороты, если зайдет. И по мере набора оборотов режимная точка будет уходить сюда. Если на месте это делать, вы не сможете работать двигатель в полную силу и потреблять максимальное количество воздуха, если машина стоит. Для этого нужно создать двигатель нагрузку. Создали нагрузку, попали в эту режимную точку. То есть, если вы с горки едете, с самых низов 2000 оборотов наступили газ в пол, вы, к примеру, дойдете вот сюда, сможете потребить там 300-400 кг воздуха, но дальше расход воздуха будет падать, хоть и обороты будут расти, и двигатель нормально будет разгоняться. Количество воздуха будет падать. Это будет гораздо проще понять вам конкретно, если приобретете любое из оборудований, которое позволит вам непосредственно в онлайне смотреть за происходящим процессом. Для меня это уже схемочки, наверное, поставить, пощелкать где-нибудь возле киоска, что-то в этом роде. Вот. Но вот эти моменты вы должны знать. Две области карты во всех машинах, без исключения, они не работают. Правая, нижняя, то есть максимальные обороты, минимальная нагрузка, и минимальные обороты, максимальная нагрузка, это две области, которые практически не имеют значения. Они есть, они присутствуют, потому как, к примеру, рабочих точек 16 на 16, то есть 16 точек мы имеем квантование по оборотам, и 16 точек мы имеем квантование по нагрузке. В данном случае по этой карте это цикловое наполнение, точно так по давлению, точно так по дроссель. Неважно, нагрузка, она есть и в Африке нагрузка. Вот, то есть вот эти области у вас не работают. Вот эта область, я ее даже вот так ограничу, наверное, это режим холостого хода. Это надо понимать конкретно на этой картинке, да, мы видим конкретный график, вот, и конкретно разрисован. Во всех редакторах, особенно импортных, карты имеют немного другой вид. Все имеют одинаковое значение в таблицах, то есть если открыть таблицу, вот таблица у нас, эта же таблица, она имеет чуть другое значение. Вот, к примеру, вот это режим у нас холостой ход.